В преддверии Нового года воспитанники Бердской детской школы фигурного катания представили сказку о Снежной королеве. На празднике фигурного катания побывали мои коллеги. Наверное, представители всех поколений знают сказку Андерсена о Снежной королеве, мальчике Кае и его сестре Герде. И, конечно, для сказки про повелительницу холода арена Ледового дворца – очень подходящая сцена. Что вы хотите показать этим представлением? Свое умение кататься. Показать что-то интересное, показать, что все же пройдет в сказку. Показать волшебство. Юные фигуристы не отходили от сценария известного сюжета и рассказали о победе добра над злом, вложив всю свою душу и, конечно, все приобретенное мастерство танца на льду. Актеры ледовой сказки – более 100 воспитанников школы фигурного катания нашего города. Самым старшим и опытным – 16 лет, а вот самым маленьким участникам представления – 3-4 годика. Но успех в покорении льда уже налицо. Как и должно быть в новогодней сказке, все закончилось счастливым финалом. Маленькие артисты согрели сердце сказочного Кая, а также десятков зрителей на трибунах Ледового дворца.